Приветствую всех. С вами Низерамос, мы продолжаем проходить Countdown Vampires. Да, меня тыкнули туда опять. Продолжаем проходить японскую версию Countdown Vampires. И тут я уже записал минут 5 вот этой серии, грубо говоря. Ну, естественно, я это не сохранилось, и я даже не стал сохранять это сюда. Но я просто решил освободить заранее место необходимое. Потому что я совершенно забыл, когда пошел проходить в прошлый раз, что я еще не посетил помещение на нижнем этаже, на первом, кажется. Кстати, здесь дверь закрыта изнутри, мы ее открыли. В общем, здесь помещение будет, и там достаточно много предметов. Они у меня в тот раз не влезли. Потом я пошел в комнату сохранения, отвлекся, и в итоге решил, что там проще будет переиграть. Тем более, все равно там... После того, как отвлекся, уже неудобно продолжать запись. Это у нас патроны к винтовке. Это у нас напиток. Эти напитки тоже можно было выкинуть в хранилище. Ну да, ладно. Усиленное снотворное. Бутылка. Таракана собирать не будем. Патроны для рывайку. Вот это вообще прекрасно. И это у нас ноты. Я себе, опять же, в тот раз пометил правильный порядок, чтобы можно было не беспокоиться о том, что там придется искать нужный документ и так далее. То есть я просто вот это все перерисовал. Точнее, ну, просто буквы переписал. Так, ну, у нас инвентарь теперь забит. Практически. Давайте вот так сделаем. Чего бы нет. Теперь вернусь назад, уберу, что мне сейчас не нужно. Черт. Прошу прощения. Горло совсем уже никакущее. Продолжать-то хочется. Поэтому, надеюсь, вы мои погрешности простите. Заходим. Здесь нам сейчас еще предстоит побегать. Туда-сюда обратно. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Эта дверь закрыта, если что. Поэтому я туда не иду. Отличий я, кстати, пока что не замечаю, кроме музыки в самой первой заставке. Ну и, очевидно, управление языка, но это настолько очевидное отличие, что... Эти отличия я даже не стал относить к отличиям, это... Ну, очевидные просто. Ну,
Я бы сказал, что пока что все более-менее неплохо. Так, у меня же взято все, что нужно. Ключ взят. Табличка взят. Фу. Чтоб меня. Теперь возвращаемся уже в главный холл этой локации. Найдем в другую сторону. И, собственно, я не зря дробовик сейчас взял. Как самое мощное на данный момент оружие. Странно, что, кстати, вот такое мощное оружие, как дробовик, учитывая его убойную силу и так далее, и там силу отталкивания, дают достаточно рано в игре. То есть винтовка, которая слабее дробовика и обладает только разве что пробивной силой насквозь, ее дают прилично позже. Да встали вы меня. Да вы задолбали, тупые дегенераты. Идите вы нахрен. Самые поганые твари в игре. Серьезно вам говорю. Даже главный босс, и то не такой поганый, как эти подонки. Это мы использовали ключ от этого помещения. Самое ужасное, что эти твари возродятся. Совсем скоро. Вот реально совсем скоро. Возможно, когда я буквально выйду из этого помещения. Так что, может быть, я зря их убивал сейчас, и было безопаснее от них сбежать. Это самая большая погонь в этой игре. Потому что кто может быть страшнее их? Никого. Все верно. Так, в общем, помните вот эти нотки, которые мы нашли? И там было еще 8 букв. И если внимательно посмотреть... А, я не в курсе, правда, как... осматривать предмет. А, вот так. Симфония Луна. Написано на лицевой части этой штуки. В общем, нам нужно сыграть 4 ноты, соответствующие слову Луна. Достаточно просто, не правда ли? Так, у меня в этом помещении есть еще что-то, что я могу сныкать. Между столько, по-моему... А, я могу пробежать, но тут ничего нет.
Ну и сюда нам нужно вставить саму луну. Ставьте панель. Как бы намекает нам игра. Панель номер два. Панель номер три. Открылась комната на втором этаже. Сейчас повезло. Ну, кстати говоря, вроде как ничего страшного не произойдет, если время кончится. Я не уверен, что вообще что-то. Тебе по лицу настучать? Мисс Гопник. Давай, вставай. Я знаю, что ты еще живая. Музыка хорошая здесь. Вот опять же, повторюсь то, что я сказал давным-давным-давно. Очень жаль, что в этом месте, точнее, что в этой игре, при перезаходе из помещения в помещение, музыка не продолжается, как в том же Resident Evil или Dino Crisis, а начинается заново. Учитывая, как долго разгоняется эта музыка, это становится печально. Да ну нахрен. Чё ж они такие жирнючие? Вот это поворот. Кстати, мне интересно. Хоть одна выжила. Ну и хватит. Да, бери ты. То есть как-то тот ракурс что-то каким-то. И вот этот очень темный какой-то. Вам не кажется? Мне казалось, они были более равномерные.
Пинч, пинч, пинч. Панель номер 4. Уже вообще такие очень тонкие. Панель номер 5. Нам надо идти на третий этаж. Одна минута всего. Ну тут совсем близко. Поэтому всего одна минута дается. Я хочу сюда заглянуть. Но здесь ничего. Видимо, все уже ясно, куда эта комната. Вот офигеть. Музыка требует на то, чтобы разогнаться. Секунд, наверное, 10. Если не больше. Никакую штуку сейчас не берем. Ищем панель. Ищем панель. Ту-ду-ду. Сказала мне музыка. И закончилось. Открылась дверь в комнате сохранения. Ну тут у нас некий документ. Тут у нас что-то, что мы, скорее всего, взять не сможем. Внимание. Ну да. Игра нас уже готовит. К тому, что сейчас начнет происходить какая-то неприятная дичь. Но все равно куда менее неприятная, чем вот эти летучие горгульи хрена. Я иду обратно в ту комнату, собрать все, что там лежит. И уже только потом пойду в эту комнатку. Здесь что-то еще вообще есть? Ничего. Здесь еще один предмет и все, что ли? Как-то не так много, знаете ли. Идем дальше.
Панельки возьму на обратном пути. Четвертый калибр патроны. О, батончик с едой. Прекрасно. 44-го калибра оружие. Вкусно. О, жирнючая штука. Где уж. Я очень быстро добрался до этого места. Или предполагается, что это типа был первый из них, который дошел дальше всех. Так, я хочу сделать вот что. Взять и убрать вот эту хреновину. Ну, естественно, все вот эти панели взять с собой. Ну и, разумеется, сделать охранение. Чё? Что такое? Ха. Я что-то там каким-то образом карту памяти случайно повредил. А, ну да, у меня там, я помню, как раз разок было, что меня все хорошенько заглючило. Мне пришлось компьютер перезапускать принудительно. Скорее всего, в этот момент карту памяти я и повредил. Потому что я как раз только вот зашел в игру. Тоже в очередную попытку продолжить. И у меня немножечко все сломалось. Все виснуть ничего. Я перезагрузил комп просто через кнопку на корпусе. Наверное, тогда и повредил карту памяти. Пока. Пока-пока. В комнатах, кстати, тоже эти чудики живут вроде как. И здесь тоже, на самом деле. Я буду всех убивать, что ли? Я же не какой-то жестокий тип, который просто берет и всех убивает.
4. Да ты скотина. Калечил меня, гад. И у нас применяем панельку. А я не знаю, в каком порядке их надо ставить. Серьезно? Вот это прикол. Чисто в рандомном порядке тыкнуло, все. Ну, окей. Ну, в общем, мы там получили некое слово, если точнее два слова. Project Sin. Настройка измерителя. Нам нужно возвращаться в Screaming Moon. На нормальном уровне сложности против этих тварей не очень. Потому что его не хватает. Полной его обоймы не хватает на то, чтобы вшатать это существо. Так, я не сюда. А, нет, я сюда. Удивительно. Я просто наушники поправил, а то ухо зачесалось под ним. Мне нужно сейчас в главный холл добраться. А, ну понятно. Хотел пройти вот таким путем, но это будет очень... Вообще ни разу не сокращение пути. А здесь сейчас нас будут ждать неприятности. Стоп, я только 5 пуль потратил, что ли? Серьезно? Я почему-то насчитал, что я 6 потратил уже. Давай, подходи. Курсор соскакивает постоянно. Окей, тогда против этих как раз дробовик хорош. Если не быть настолько плохо считающим, как я. Ой, дамочки, идите-ка вы нафиг, а?
всей толпой желательно. Сейчас не до того, чтобы о вас думать. Так, ну и давайте-ка убедимся, что ничего тут мне не возродилось. Автомат по-прежнему пустой. Разумеется. А. Я тоже могу сделать. Сейчас надо будет подлечиться, конечно же. Ну и, разумеется, не забудь взять ключ. Ох, прошу прощения, надеюсь, я смог сделать так, чтобы это было не настолько оглушающе. Ненавижу чихать. Вот честно. Ну, так называемый Y-подобный ключ панели я взял. Опа. Господа ребятушки. Что он сделал? Ну, я думал, второму не хватит. Второй был далеко, поэтому я и начал перезаряжаться. Так бы мог без урона пройти. Ну и тут, разумеется, пусто, да? Ха. Или я здесь не был? Возможно, кстати, у меня просто не было денег на вот этот автомат, я не помню. Надо будет глянуть в одной из прошлых серий, чисто пересмотреть. Потому что, конечно, если оно возродилось, то это хорошо. Очень полезная штука. Возможно, кстати, оно ведет себя отчасти как... торговец в четвертом Resident Evil. Чем меньше лекарств персонажа, тем больше шанс того, что там возродится. Так. Открыто. А я, кстати, перезаряжен? Нет.
теперь давайте сохранимся. Естественно, заканчивать серию сейчас не буду. А, надо было, кстати, убрать батончики. Один. Один оставлю, потому что... Я не знаю, кто следующий меня вшатает. И сейчас я, пожалуй, вернусь в Фирмун. Просто пробегусь. С целью найти, посмотреть... Остались ли, ну то есть, мало ли, может там тоже где-то появилась еда. Или напитки. Тоже почему нет. А у нас все зеленое. Как хочешь. Оп. Меня тут нет. Ну что ж, теперь пока не доберусь до следующего этого. Ну, вам конец, дамочки. И мужики тоже. Вот здесь, в частности. Автомат. Пустой. Не сомневался. Я, собственно, сейчас, если ни в одном автомате ничего не найду, то я просто сброшу прогресс, потому что... Ну, толку мне, на самом деле, сюда бегать, если я ничего здесь не найду. Правда, не помню, где находится. Все до единого. Эти? Торговые автоматы? Давайте поближе их подманим. Понятно. Вообще, что ли, никого? Ну ладно. Как будто я буду против. Знаете, напугали прям. Я наоборот. Глаза бы мои не видели этих горгулей подобных тварей. Да ну, я что, застрял, что ли? Ай, не, это вообще пофиг. Mm.
Судя по звукам, она в процессе смыва в унитаз. Ну вот, фига себе, они, конечно, меня покалечили. Здесь ничего стоящего, я имею в виду. Нужно бутылочки, это такое. Сами по себе они вообще не лекарство. Так, где там еще были? Да в одной из самых-самых ранних мест, по-моему, там Шерил, что ли, надо было спуститься. А туда еще сейчас сходим. Но пока что это, очевидно, не стоило вообще из того сюда идти. Да. Да вы читер. Отвалит. Я сейчас могу здесь безопасно пробежаться и убедиться, что здесь ничего нет. Что можно просто перезапустить игру. Спрашивается, они здесь делают. У меня здоровье. Так, давай, пробулькайся. Ну и ладно. В любом случае, такое поход сюда явно это. Этого стоить не будет ни в каком из случаев. Если я нажму continue, это меня просто загрузит с точки, где я сохранялся. Ну да. Ну а давайте на этом и закончим тогда серию. Я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч уже в следующих сериях. Всем пока!